Баграт Галстанян. Власти Армении, как рабы, выполнили указания врага. Об этом в беседе с журналистами 6 июля заявил лидер движения «Во имя Родины», архиепископ Баграт Галстанян. «Как раб, ты сделал то, что сказал тебе враг. И если власти были так правы, то почему они не встретились с людьми, жизнь которых напрямую связана с этими изменениями? Они превратили чувство рабства в повод для радости. Если бы человек имел для них ценность, тела погибших парней не бросали бы где попало. Наша борьба связана с устранением зла», — отметил Галстанян.